Покупка и продажа париков со вторых рук. Здравствуйте, меня зовут Ирина Дурани. Я владелица салона париков. В этом видео хочу рассказать, что надо знать при покупке париков со вторых рук и кому это подходит. Какая разница между новым париком и париком со вторых рук? Обратите внимание, какие дополнительные услуги мы предлагаем еще. Это покупка, продажа париков, принимаем парики на продажу, ремонт париков, прокат париков и еще. Я хочу вас спросить, бывало ли так, что вы купили новый парик, который стоил очень дорого, пошли к парикмахеру, чтобы он его постриг, но вы вдруг недовольны стрижкой и вы находите себя, что не хотите носить этот парик? Или нашли готовый парик с готовой стрижкой, который вас устраивает, и вы видите, что этот парик стоит очень дорого, и вам не по карману купить его. Или вам нужен парик только на короткое время, на свадьбу, особенный вечер, изменить имидж или на время болезни. То есть решение этой проблемы – купить парик со вторых рук по цене намного дешевле нового или взять парик на прокат. Если вы находите в этом видео такую же самую проблему, как у вас, то этот видеоролик для вас. Давайте начнем с того, в чем разница между новым париком и париком со вторых рук. Во-первых, разница в цене. Новый парик из натуральных волос стоит от $1000 и выше, а парик со вторых рук стоит намного дешевле. Во-вторых, когда вы покупаете новый парик, вы должны идти к парикмахеру, чтобы постричь его, платить еще за стрижку. Но иногда есть проблема, получаете стрижку не то, что вы хотели, например, короткая челка и так далее. К примеру, когда вы сами подстригаетесь, но что-то пошло не так страшно, ваши волосы отрастут через определенное время на голове. А парик уже нельзя спасти, волосы на парике не растут. И вы получаете парик со стрижкой, что вы не любите. Просто ставите этот парик в шкаф на долгое время или просто выкидываете этот парик, который стоил вам приличную сумму. В отличие от париков со вторых рук, парик уже готовый, подстрижен, и вы сможете примерять готовые парики и видеть себя в зеркало, подходит ли вам этот парик или нет. Готовому парику можно сделать небольшие изменения, как покраска парика, освежить внешний вид, сделать милирование, добавить волосы, удлинить его или укоротить, сделать мелкий ремонт. Покупка париков со вторых рук экономит вам приличную сумму денег. Какие еще услуги мы предлагаем вам, чтобы ваш парик, который вы хотите купить, стал еще дешевле? Вы сможете сделать у нас обмен париками. Например, вы приносите свой парик, я его оцениваю, вы выбираете мой парик, на нем есть цена, и вы оплачиваете разницу в цене. Или просто оставляйте ваш парик на продажу у меня. Есть у нас большой выбор париков со вторых рук, и выбор всегда меняется. Во многих местах продают только новые парики. Только у единичных парикмахеров можно найти несколько париков, но вы не сможете обменять его у него. Также есть у нас услуга прокат париков. Если есть у вас свадьба или какая-то важная встреча, или просто хотите изменить свой имидж. Также вы сможете получить у меня консультацию при покупке парика, что лучше вам подходит, или как ухаживать за париком. Мы также предлагаем услугу, как ремонт париков. Под видео я оставлю вам линк, заполните его, имя, электронная почта, какой у вас есть вопрос, и я отвечу вам при первой же возможности. До свидания, жду вас в моем салоне.